Об инновациях в туризме говорили на тренинге-семинаре для сотрудников и руководителей фирм и организаций, работающих в этой сфере. Провел тренинг Алексей Алехин, предприниматель из Нижнего Новгорода и один из победителей конкурса «Лидеры России». Сергей Впосад приехал прямо из Сочи, где состоялась церемония награждения победителей. Сфера профессиональных интересов Алексея Алехина – прогнозирование будущего. Я могу привести в пример Японию. Так посчастливилось побывать на стажировке в Японии именно по направлению туризма в декабре 2017 года. Казалось бы, Япония – это страна передовых технологий, хай-тек, и вдруг туризм. Но этот выбор был совершенно обоснованный. Они приняли стратегию развития туризма в 2011 году, и с 2011 по 2016 год, за 5 лет, они увеличили свой турпоток в 5 раз. А в силу того, что у туризма очень высокий мультипликативный эффект, что один турист, он приезжает, когда он останавливается в гостинице, он где-то ест, покупает сувениры, соответственно, появляются деньги в том месте, куда он приехал. Те люди, которые получили деньги, они, соответственно, их точно так же дальше тратят. Это очень хорошее развитие малого бизнеса. Япония пошла по такому пути. Мне кажется, нам однозначно стоит по этому же пути идти. Семинар для представителей турбизнеса организовал Союз деловых женщин Сергиево-Посадского района. Молодая общественная организация, цель которой – помогать женщинам-предпринимателям развиваться, объединять усилия при реализации совместных проектов. Все они деловые люди, они все являются либо руководителями своих, пусть малых, средних, крупных предприятий. Но, тем не менее, каждый должен осознать свое место в этом большом рыночном пространстве. И хотелось бы, чтобы интеллектуально мы продвинулись на шаг вперед. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов. Программа «События».